Друзья мои, всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале «Клубочки в доме». В сегодняшнем видео я вам хочу показать, чем же я занимаюсь в карантине, сидя дома. Я, как уже говорила в прошлом видео, начала несколько процессов. Ну и я вам сейчас хочу показать, что же у меня за процессы, над чем я работаю, что на спицах, что на крючке. Итак, начнем. Первый мой процесс, это будет вот такая вот маечка в технике Patchwork, я ее вяжу. Вот, с этой маечкой я вступила, значит, в проект, который организовали вязалочки Алена Абель, канал вязания «Не только», и Юлия, канал «Вязание и я». И этот проект называется «Вязание с Юлей и Аленой». Я вступила в этот проект, и вот я начала вместе с девочками вязать. Там, значит, по заданию у нас дано любое плечевое изделие в технике Patchwork вязать. И вот я вместе с Аленой по ее мастер-классу вяжу вот такую вот топ-маечку или футболочку. Не знаю, что еще я буду. Я еще там Алена... свое там показывает маечку, но я немножечко хочу видоизменить ее, но как, я еще не определилась. В общем, в процессе все будет видно, но пока вот на таком этапе я нахожусь. Здесь я квадратиками все вязала в стиле Patchwork, а вторую часть переда, это вот перед я вяжу, вторую часть буду вязать просто лицевой гладью. Так, вяжу я ее из пряжи Ализе Белла Батик, 50 граммах, 180 метров, и номер цвета 2807. Вот такой нежно-розовый, с переходами в белый и такой бежевый, немножечко оранжевый. Как бы, ну, в общем, мне нравится этот цвет, нравится, что получается. В общем, этим проектом я загорелась. И вот вяжу он у меня на первом плане. Так, далее следующий процесс. Вяжу я вот такой джемпер, весенний ажурный джемпер из пряжи Ализе Cotton Gold. В 100 граммах 330 метров и номер цвета 485. Такой зеленый весенний цвет. Вот что у меня получается. Это я вяжу спинку. Кстати, девочки, резиночку, я так скажу, держит. Я думала, хлопок или полухлопок вообще не держит. Но вот Cotton Gold, я бы сказала, держит. Ну, не настолько, конечно, упруго, как шерсть, допустим, или акрил. Но нормально. Вот так вот я вяжу. Здесь у меня ажурная такая, как сеточка, не сеточка, идет косички две. И вот такой вот узор. Вот эти, получается, здесь еще такая змейка. Получается раз, два, три, четыре узора я скомбинировала в одно полотно. И не знаю, что дальше получится. А рукава я планирую сделать... чисто вот такие ажурные. Так как впереди лето, тепло, но он такой будет весенний. Не знаю только, как успею я его связать, пока весна закончится или нет. У нас на Кубани уже жарко начинается. Но, тем не менее, ну, не успею, значит, будет к осени или летом прохладные вечера. Ну вот. Вот на данном этапе я нахожусь в этом процессике. Так, дальше. Следующий процесс, как я уже показывала в предыдущем видео, я вяжу себе вот такую маечку. Спинку я уже связала. Простенькая такая маечка. Ну вот, эта спинка. Перед я хотела делать такой же, но решила украсить немножечко ажуром. Я еще, правда, не придумала какой, не нашла еще. Ну, по лазию в интернете что-нибудь подберу. Ну, пока я вот только начала перед вязать. Вот.
Ну вот на таком этапе я нахожусь. Так, сюда уберу. Спинка уже готова. Ну и еще один процессик у меня. Сейчас что-то здесь не запуталось. Вяжу я крючком. Вот такую вот себе, то ли туничка будет, то ли блузочка. В общем, я еще не определилась, какой я буду длины, насколько хватит у меня ниток. Их у меня 10 моточков. Я уже показывала вам эту пряжу. Купила я ее в Краснодаре на путевой 5. Не знаю, чьего производства. Скорее всего, китайская пряжа. Но она мне очень нравится. Пряжа тоненькая, такая легкая. Очень тонкая пряжа. И такая она струящаяся получается. Кокеточку я вяжу вот такой сеточкой. То есть два столбика с двумя накидами и воздушная петля. Ну и вот то, что вот получается у меня. А уже само тело, само полотно я буду вязать ажурным узором. Скорее всего, веерочками. Но опять-таки я не знаю, блузка это будет или туника. Посмотрю, насколько хватит ниток. У меня их 10 моточков. Не могу вам сказать метраж. Единственное, что здесь написано, что это хлопок 100%. И все. И больше ничего. И 50 грамм моточек. Вот. Вся информация о пряже. Ну, мне очень нравится. Пряжа очень нравится мне. Такая приятная на ощупь. Вообще обалденная. Конечно, вязать очень долго. Вяжу я ее крючочком 1,25. Сами понимаете, буду вязать долго. Но я думаю, что может до лета, конечно, я успею. Если не к началу, то к середине лета точно. Так, ну вот начатые процессы все мои. И хочу вам еще показать. Я связала образец из пряжи. Тоже Alize Cotton Gold, только белого цвета. Так как я уже говорила в прошлом видео, что я хочу себе белый кардиган летний. Ну вот и не знаю, то ли его спицами вязать, то ли крючком. Вот такой мне понравился узор малинки. Но мне кажется, он будет слишком объемным для лета. Хотя дырчатый весь такой легкий, воздушный. Я уже для спиц рассчитала по своему размеру. Ну, а теперь что-то я думаю, может быть, в крючок его пустить. Крючковый сделать кардиган. Еще я буду над этим проектом думать. В общем, это у меня пока что в планах, в раздумьях над этим кардиганом. Я его планировала связать к лету, к августу, так как мы планировали в этом году поехать Питер к сестре, а там прохладно, и думаю, кардиганчик как раз бы там пригодился. Ну, теперь из-за такого положения у нас в стране, не знаю, поедем ли мы или придется отложить поездку до следующего года. Ну, до августа еще далеко, может у нас еще все наладится, все будет хорошо. Но вязать я его, конечно, начну. Сейчас я немножечко продвину эти свои процессы, вот, а потом буду уже работать над кардиганом. Вот, в первую очередь у меня сейчас на самом первом месте, это у меня, конечно же, мой пэтчворк. Ну, вот, девочки, на этом я буду заканчивать свое видео. Пойду сейчас вязать дальше, работать, продолжать. Ну, а вам всем пока и до новых встреч. С вами была Елена. Пока-пока.